Это диджей Виджиланд, и я продолжаю проходить герои 3D HD Edition. С моей немножко подредактированной музыкой. Чуть-чуть совсем. Так, этот у нас по сбору чувак будет. Так, этот здесь, да? Здесь. Ладно, пока осматривайся. Так, ресурсов пока мало. О, построил. Блин, надо было ратушу строить. Так. Птица проницательности нужна. Блин, зачем я отмен нажал? Ада. Так, и мы в прошлой серии выбрали себе щит. Щит львиной храбрости, потому что он по 4 ко всем характеристикам приносит. Так, это тоже наш. Можете построить, можно. Ратуша обязательно. Чисто на деньги, без дерева даже. Форт. На форт камней нет. И это всегда хорошо. Стой, стой, чуть не отклонил. Так, конечно, прямой. Так, это уже улучшенная башня, да? Счастлив вас видеть. Ну, наконец-то у меня достойный гость, восклицает он. Я сейчас же дам знать пограничному стражу, чтобы он пропустил тебя. Надо было, чтобы он пропустил вас. Так, более. Конечно, принять. Ладно, говорите. Ух, сражаться хотел. Ух ты, во сколько... Не капец. Гипноз, что ли, сделать? Ай, прям
попал-то ведь. Интересно. А, нет, это не повысилось. Так. Защиту нажимаю. Дойдешь, блин. Баллиста дойдет. Ха. Куда я, блин, полез? Так, нам прям бежит. Ресурсов мало. Ага. Потихоньку выстраиваем. Ничего не осталось ресурсов на этот замок. Зайди, может, что тут есть? Тут вообще ничего нету. Так. И вот в этот замок. Построены. А, улучшены. Пускай тут денек посидит, что ли. Угу, это полезно. Завершаем. Хотя бы немножко себе добавим. Войск. Так, давай сначала. Так, и денег хватило. Баллисты у нас есть. Стражи, да. Ух ты. Здесь на каждого грифона, по-моему, отряд. Ай-яй. Беда. Так, одного завалили. Меня тронут, наверное. Ну да. Ну,
Что ты лучника-то трогаешь? Здесь какой-то. Так, ману у меня мало. Так, завалили. До четвертого уровня. Не, давай маги воздуха. О, нам ангела дали. Спасибо. А этих там нету, что ли, грифон? Видимо, нет. Так. Опа. Враги. Так, тут ничего нету. Блин, лучников не осталось. Пьете влагу, нам, видимо, лучше от этого. Так. Прямо рядом шарахнулся. Ты, наверное, все тут уже сделал, иди в замке отдыхай. Тысяч надо? Не понял. А, рынок необходим. Ну, давай цитадель построим. Ну и там, наверное, тоже не можно ничего построить. Будем их преследовать. В этих по-прежнему ничего построить не можем. Хорошо. Он у нас будет отсюда войск давать и главному нашему основному. Вот этому. Трава можно копать. Лучников тем более преследовать. Приближаясь к жалкой лачуге, видите внутри ведьму, скользнувшуюся над книгой. У нас, короче, уже все навыки есть, мы не можем добавить. Так, крепость грифонов. Они, наверное, видят, у меня ангел такой стоит. От него сияние света и боятся. О, что я могу построить? Ну, это я, конечно, сейчас в минус ушел. С такими постройками. Смотри, не боится. А я гипноз могу применить. Слишком сильный. Ну, слишком их много. Стой, они не убьют, чем его этого? 200. Thank you.
уже убили. Ха. Так вот. Этот щит нам не нужен. Золотишко. Плюс 2 к атаке этот топор кентавра нам дал. Ничего построить не нужно. А я не там. Чит. Астрологи объявляют неделю гарпия ведьмы. Численность гарпии ведьмы увеличилась на 5. Население всех жилищ возросло. А что мы не взяли? Рынок. Лучников у нас у всех отшибли. Так, вот это можно улучшить. В первую очередь их. Смотри-ка, всех, а нет, не всех. Почти все купил. И здесь они у меня так стоят. Ага, отлично. Так, туда пойдем. У тебя все зачистил, да? Так, тут ничего внизу не осталось. Да, все зачистил. Смотри, а эти бесстрашные вообще. Ой-ой-ой, здесь. Жалко, не их, не эксперты. Мочи вот это. О, отлично. Вот еще. Мне жалко не архангел, а он был воскресил. Укус. А, ну не так много потерял. Так, ну а так мы вообще-то у меня хорошая, надо было броню, наверное. Thank you.
такой меч. Может, он будет круче, чем у нас сейчас. Мне кажется, он будет лучше. Все же. Хозяин пришел. Так, плюс 2 к атаке, плюс 3 к атаке. Уньк. Кучка. Всех завалил. Блин, почти. Строили этот замок. Успели они еще расстроиться. Эксперт. То, что нужно. Еще плюс. Тысяча в день. Блин, 1000. Золото. Это неплохо. Пригодится. Так. Надо пополнить ману. Лизи арена. Будет сходить туда обязательно. Может, даже прямо сейчас или не сейчас идти. Там плюс 2 просто дает. Это хорошая прокачка. Почему я тут ничего построить не могу? А, дерево не хватает. Ясно. Блин, или уж вниз идти и тут забраться. Да ладно. Да-да-да. Тут ничего построить не могу. Форт. А чтобы построить форт, нужно дофига камней там. Тут я, наверное, ничего строить не буду. Да, построим. Нам ртуть будет приходить. Главное, чтобы его не захватили. Опа. Смотри, бесстрашный. Блин, надо было ускорение. Должно быть как бы. Тупанул. Сейчас бы лучше. Thank you.
эти не боятся. Бесстрашные. О, я же могу теперь вот что делать. Мои графоны. Двоих завалил. Собака. Опа, нифига себе их там привалило. Надо в ту сторону срочно идти. Так, плюй на все, бегом сюда. На основной замок. А ты? Так, замок строй. У тебя опять баллисты нет? Книжка хоть есть. Так. Сейчас нападут, а у меня тут даже защиты никакой нет. Ну, хотя бы что-то. И ты вообще без защиты. Ай-яй-яй, он куда идет? Ай-яй, вас... Нет, я так... Я так не согласен. Мало. Так, а тут у нас... Давай помогай. Ты можешь. Надо было сразу завалить. Хотя я бы вышел из замка. Зашли в основном сами. Тут нет ничего. Могут на него, блин, напасть. Я не прощу, если... Они меня уничтожат, моего этого. Того-то не завалят, он... За себя может постоять. А этот меня ни разу не подводил. 16. Первого уровня. 16. Отлично. Бонусы всякие этим сранцам. Здоров. Я цепанул. Ну, отошел. Так, у него вот еще и остался эффект. Да. Отлично, со здоровьем, со здоровьем отлично еще. Молодец, ангел.
отбил. Правда, эту армию я готовил для этого. Но он такой, блин, что тут происходит? На наши земли напали. Твари. Так, где он тут? Где-то вот здесь вражеский отряд еще, по-моему, был же. Почему я его не вижу? Где? Сейчас пропущен. Вот он. Так вообще тут ничего нет. Захватят даже не страшно, потому что там защиты даже нет. Мы легко убьем. Да ладно, эти придурки захватили и построили мне постройку. Спасибо. Так, давай я сначала тебя завалю нафиг. Наверное. Ну, надеюсь, завалю. Так, кто у них самый сильный? Ебана не трожь. Смотался. Еще туда валю. Так, снова я себе его вернул. Пойдем нафиг отбивать. Так, они прут, вся эта шваль откуда? Ага, вон оттуда, пойдем туда. Еще туда идут. Со всеми, блин. Не управишься. Да нет, нет, хотел нажать. Всех мог купить. Давай купим. Так. Этот... О, да у нас появились эти архангелы. Это хорошая новость. Хорошая новость. Так. Так, с кем бороться? Ну да, банда, целая банда на том собралась. Пойдем. Они рядом с нашими замками. Нельзя это допустить. Так. У меня золота и нету, блин, вообще. Опять захватил мой замок. Карта пророчества. О, удачу добавляет. Вот это надо. А боевой дух мне и так уже зашкаливает. Просто.
Понятно. Ладно, пока можно. О, аккуратно. Ну так просто я ему не отдам этот замок. Так, нанимать или нет? Пущу, и он на мои замки нападет. Ого, это плохо. Так. Отвоевали. Ладно. Пока здесь, наверное, закончим. Что ж, это был DJ Vigilant.